Вечерние платья, уютные пижамы, спортивный шик, этнические наряды и даже плащи из дорожных сумок. Все это фантазии юных мастеров. 17 модельеров приняли участие в городском конкурсе «Модный Архангельск». Пока они модельеры лишь по призванию, но кто-то обязательно сделает свое хобби профессией, уверены организаторы. Это показывает 9-летний опыт проведения конкурса. Они шьют одежду разную для сцены, для повседневности, для торжеств. Из нетрадиционных материалов. Это основные номинации, по которым проходит конкурс вот уже 9-й раз. Конкурс проводится с 2009 года, и с каждым сезоном участники все более талантливы и амбициозны. Вот, например, будущий специалист по экспертизе недвижимости. Третьекурсница САФУ Алина Крюкова вдохновилась коллекцией Дольче Габбана и Гальяна и шила роскошное платье для светской вечеринки. На куклах шила одежду, там игрушки, и вот так это переросло в... Не просто какой-то интерес, это огромное увлечение для меня. Я очень люблю то, чем я занимаюсь. Четверокурсница САФУ Татьяна Кузнецова учится на переводчика. Модную одежду шьет не один год. И даже с успехом продает свои работы. На конкурс она представила целую коллекцию вечерних платьев. Я шить все дальше. Обязательно буду. Планирую поучиться сходить, может, в какой-нибудь из техникумов. Из колледжей у нас в городе получить профессию все-таки швей, потому что я нигде не училась. Всего было 5 конкурсных номинаций. Торжество, народные мотивы, повседневная одежда, фантазия без границ, коллекция моделей. Начинающие дизайнеры демонстрировали наряды сами, кто-то специально приглашал подруг. Блеснули на подиуме и маленькие модели театра моды Ольги Стахеевой. Очень интересная идея для меня, например, коллекции из города Северодвинска театра моды Стахеевой. Очень интересная идея. Масок, животных, нетрадиционные материалы из дорожных сумок шить плащи – это тоже очень актуально, да, в наше время. Молодцы, очень интересно посмотреть. Зрителям организаторы конкурса посоветовали запомнить имена молодых дизайнеров. Возможно, через несколько лет они будут звучать на мировых неделях моды. Ирина Ившина, Екатерина Исакова, Владимир Орлов. Сейчас в регионе.